Здравствуйте, здравствуйте, наш Клондайк. Ну что, я предлагаю поиграть. Да, затянула, честно, только вот десятый. Ну, честно, чистила 100% каждый. Тут осталось у меня, 87. Компаньон помог, сейчас попринимаем. Что-нибудь поставлю, чтобы у него помощь не сгорала. И если он в игре, он мне что-то выбьет, а что-то выбью я. Так. Ставим что-нибудь. Что-то у меня не ставится или что? Вроде так старалась. Опять с интернетом проблемы. Там так не играю. Поэтому вот я и затянула, что интернет веселый. Я веселая вместе с ним называется. Ладно. И я так понимаю, что у меня сегодня засада. В плане того, что остались одни сутки. И у нас заканчивается вот это вот строительный трефт. А я не успеваю. Нет, я задания все поделала. Еженедельные, ежедневные, все. Ну вот у меня еще, видите, 58. Я не думаю, что завтра 20 за день дается за каждодневные. Но не 50. Поэтому, ну ладно, что будет, то будет. Я так понимаю, что даже если я не выиграла случайно одну штуку, то это не прям так печально и не так страшно. Что у меня с игрой? Объясните, пожалуйста. Вот это вот у меня такой чудесный интернет. О, компаньон в сети. Пусть он уж меня простит, но я честно пытаюсь что-нибудь сделать. Вот я бегаю, но я понимаю, что я уже хочу сегодня наконец-то закончить и пооткрывать все подарки, потому что, ну, серьезно, сколько ж можно с этим играться. Ой, ну, положа руку на сердце, скажу правду, скажу честно. Сколько я сделала за это 10 островов яблок? Никогда, наверное, так много яблок сразу я не делала. Мне эти яблоки, наверное, будут потом сниться вместе с капустой. Капустные яблоки, яблочная капуста. Так, что там по помощи? В принципе, я могу один камушек уже убрать. Там, вернее, не камушки, там у компаньончика моего есть такие чудесные-причудесные деревца по 165. Если он, конечно, меня дождался и не убрал сам. Так. Ведь я тут уже пытаюсь чего-нибудь, как-нибудь 10%. Нет, я с этого острова не сдвинусь, пока не добью эти 10%. Фишка в том, что да, еще 15 дней. Но с такой нестабильностью, как у меня, нельзя отлаживать на завтра то, что можно сделать сегодня. Вот эта поговорка как раз вот специально придумана для меня. Девушка, выберите камень, пожалуйста, и убейте его. Разбейте, пожалуйста. Потому что это все не всерьез. Это ее медлительность. Вообще играть не хочет. Вот ленивая, передать не могу. А в четверг обновление. Она вообще собирается думать об этом? Потому что все, что последние же два острова, честно скажу, я просто уже забила на яблоки. Просто. Плюс 5, плюс 10 параллельно. У меня вот на данный момент плюс 5 фактически нету. Потому что я все потратила. Я уже, понимаете, они не успевают расти, эти яблоки. Хочешь уже выбить и забыть. И, понимаете, может быть, я бы там пропускала как-то. Ну, получить за 10 островов 80 изумрудов, ну, извините, это тоже очень довольно-таки нехило, скажем так, и неплохо. И отказываться от этого я решила не отказываться. Поэтому как-то так. Так, давайте выбираем все эти деревца, которые по 40-63. Нет, они были 68, но у меня они уже подпиленные. Не съем, так понадкусаю, называется. Подпилила. Так, 9%. 9. Дама, спешим. Работаем, трудимся. Ну что ж такое? Ну не стоим на месте. Вот надо ее подгонять. А представляете, если вот сейчас на такую скорость, страшно придумать, что придет четверг,
И в четверг, знаете, что будет? Давно, кстати, не было, действительно. Да-да-да. На время острова чистить. Марафон. Вот это я начищу с такой скоростью. Передать не могу. Хоть бери и все динамит. Ну, конечно, динамита у меня есть. Но сказать, что прям там хо-хо-хо, сколько нет, потому что я динамит трачу периодически. Куда? Правильно. На морское дело. Чтобы меньше водить туда яблок. Хотя, вы знаете, в этот раз он накопила. Я немножко уже присобрала. Опс. Кормлёжки. Чуть-чуть совсем. Ну, надо еще, надо. Я каждый день стала заходить стабильно один раз. Ой. А что это такое? Какое-то дикое животное. Давайте поможем. И уберем на 165, скажем, вот этот. Потому что... Ой, нет, нет, нет. Стоп, успела. 200. 200 ж ярче, правда? Ну да. Хорошо, что я 165 не убрала. Так. Осталось у меня 60. Есть еще эти дикие животные? Нет. Вроде как. Все. Я так думаю, что еще на 200 соберу или нет. Ну, наверное, соберу. Ничего другое убирать не буду. Буду надеяться. Ну, потому что хочется помочь. Я помню, как я этот остров морской чистила. Ой, было весело. А, кстати, вот этот остров я вот это вот 200 до 100 взрывала. А 100 потом чистила. Тоже как вариант. Потому что сильно, ну, даже если везешь с собой ту же самую 1000, ну, она тоже быстро заканчивается. Это кажется там, ой, 1000, 2. Хорошо, когда марафон вот так вот наделывать, там 1000, 10 энергии. И удачи. Так. Прилика, как она стала уже получше работать. Разыгралась уже. Уже не ленится. Я ее погоняла, погоняла по полю. Да что ж так медленно, еще 7%. Хотелось побыстрее, если что. Так, немножко пропустила. Осталось еще 3%. Ну, между прочим, да. Еще 2. И можно опять помогать. Помощь удалось насобирать. Сейчас, наверное, отменю уже то, что я ставила. Ну и поставлю компаньону уже на другой остров. Есть у меня один еще островок. Такой пропущенный, скажем так. Когда я играла в ВК, у меня он задержался нерасчищенный, двойной. Так, все. Убираем. Убираем. И идем помогаем. Идем. Пришли. Радует. Так, надо сразу поехать, наверное, поставить помощь. Нет, добью потом помощь. Все, 22. Так, 2. Поехали. 82. Надо выбрать сначала все по 80. Сколько их тут осталось? А, их тут 2 камня осталось по 80. Во как. 43, 83. Так. И после Ентова у нас остается мелочь. Мелочь это уже меньше 45, уже не проблема. Ну и скажем так, это всего лишь 1%. И это будет 10-й остров. Я не знаю почему, мне кажется, что я видела у компаньона пингвинов. Странно. Но у меня вроде их не было. Я в плане на одном из этих 10 островов. Что-то, что это такое и почему это так? Или я переиграла уже, что ли? Я точно помню, я видела пингвины, шарики держали. Это тяжелый случай. Может, они у меня были, я не помню. Не было у меня пингвинов. Овечки были там всякие, там
Ну не пингвин же. Так, что такое? Чего-то не хватает? Где я не выбила? Ну, потому что, знаете, тут пусто. Уже не заметить здесь. А, вот оно. Спряталось. Деревцо. Окей. 100%. Ну, все, на этот остров уже можно и не возвращаться, скажем так. Потому это был десятенький. Все. Мы сейчас здесь. Пройдено. 15 дней осталось. Так, домой. Разбирать подарки. Не, ну сначала, прежде чем разбирать подарки, надо разобрать капусту, которая выросла. Выросла. Так. Ой, нет, подождите. Надо сначала приготовиться. Приготовились. Ну, теперь собрать все. Главное, чтобы она не заела и кушала хорошо во время сбора. И моя капуста. Не поверите, у меня опять новый этот самый. Я не понимаю, как у меня 7 заводов молочки. Они активно работали. Ну да, немножко делала там то сметану, то масло на одном заводе. Один завод ходил налево, только один. В общем, я не знаю как, но кефир у меня ушел. Сейчас я поставила только один завод с творогом. Теперь у меня нет творога совершенно. Я не могу их делать. Так, тут что у нас? Нитки, все, до свидания. Какие там нитки? Все, ставим сосуды. Теперь у меня, смотрите, кефир, сметана, творог, кефир, йогурт. Так, сметану надо убирать, да? Или еще можно поделать? Не, еще чуть-чуть поделаем. Так, подарки давайте, и мы пойдем посмотрим, что у меня там на территории. Нет, еще нет. А, я ж не это самое. Еще, по-моему, надо ждать теперь эти 15 дней, да? Но сейчас у нас получается, у меня 16 ячеек. Всего лишь 16. Так, поехали. В бухту. Да, каждый день заходим в бухту. А желательно бы 2-3 раза заходить, по большому счету. Так, собрать фрукты, собрать поплавки. Бежать. Да давно надо было расчистить. Я поставила себе дядьку одного, который потихоньку чистит, и все. Так хорошо, когда помогают собирать, не надо тут вручную. Просто красота. Дядьки пришли, все сделали. Кто-то пришел, все полил. Другие тут матросики. Мне остается только поставить следующие поплавки. Ой. Еще бы найти, где они у меня. Что это я? Так, это не то. Так, все, можно ставить. Ну, вот этих, ладно, поставим, пусть будет. Хотя в основном надо ТСК, скажем так, есть. И ладно, хватит. Теперь надо понаставлять. Этих 15, ой. Какие они громоздкие. Вот еще бы кого-нибудь нам придумали, кто сам бы нам поплавки эти ставил. Прям вообще так, знаете, для ленивых. Вообще было бы хорошо. То пытаешься их поставить побольше, там, один возле одного. Не, кстати, они нам помогают. Они же не только рыбу дают, они еще дают опыт.
лекции. Почему нет? Особенно хорошо, когда делаешь вот этот, ну, пытаешься уровень поднять и делаешь себе, чтобы в два раза больше выпадало. Вообще милое дело. Так раз, насыпалось. Красота неописуемая. Вообще, если не лениться, заходить и делать все время поплавки, то довольно-таки неплохо. По-моему, нам никогда еще коллекции лишними не были, правильно? Логически все. Так, мне, по-моему, надоело уже это ставить. Ха. Старалась поплотнее, а потом уже вышло не так плотненько. Так, походу, на вторую сторону сейчас ставить не буду, мне уже надоело. Я же говорю, нам надо еще кто-то, кто будет это делать за нас. Почему-то надолго меня не хватает. Ой, ленивая, передать не могу. Хотя, ну, уже много наставила, наверное. Птичка улетает. Поймаем. Не поймали. Так, сколько мне там еще этих? Ух, еще 26. Вот я еще 5 штук не открыла. Это за вот эти вот 100%. Остальные 5 я уже открыла. А 5 у меня осталось. А в каждом, между прочим, полным-полно изумрудов. Оптом. Оптом дешевле. Открываем. Это, по идее, сейчас 40 изумрудов добавится. Ну и ресурсы очень даже полезные. Кстати, может быть, как вариант, еще появится помощь другу. Было бы неплохо. Да, острова были затратные. Но с них прекрасно выпадало энергетики, коллекции, опыт и все такое прочее. Ну и, извините, изумруды очень хорошо. Видите, как полетаем. О, как раз вот мне нужна была молочка. Вот она мне и насыпалась. Благополучненько. Ну и динамитик никто не отменял. Сейчас еще можно в рулеточку покрутить. Хотя я еще те не докрутила, но неважно. Хоп, смотрите сколько. Где бы вы еще столько сразу получили изумрудов, а? Прям красота. Для пота. Так, крутить. Вот еще одна монетка. Я не хочу ждать 15 дней. Сколько там еще? Где моя красота? Волшебная олень. Я хочу сейчас. 15 дней это еще так долго. Ой-ой-ой, сколько. Так. Ладно, надо поехать, наверное, и поставить помощь компаньону. Немножко яблочек туда завезем. Ой. Этот остров название не помню. А потом надо поехать еще яблоки сделать. Во как. Так, карта. В чем дело? Мы потерялись. Кстати, этот остров недалеко находится от дома. Я вот, наверное, его превращать не буду. Почему? Он двойной. Это, представляете, это как в мультике. Вдвое больше можно молока делать. Вот и тут вдвое больше можно нарастить. Тут можно посадить, порастить и все такое прочее. Так, нет, подождите, я сначала поеду, поставлю помощь на второй. Там у меня, ой-ой-ой, сколько еще камней. Для компаньона. Держу. Не трачу. Так, 72. Поехали. Что у нас тут? На самом деле, по-моему, там уже пооставались по 120 и 110. Ну, сначала методом исключения ставим 120. Тут даже есть такие деревни, дома, которые можно поломать. Ой, ну это не оно. А где тут дом? А, дома мы уже разобрали, наверное, да, ветхие строения были такие. Еще вот эти вот тачечки тоже. Это 110. Так, а где 120? 120. Вот компаньон, пожалуйста, все для тебя. О, 114, ну ничего. Так, вот еще 120 и наем там пока все.
Я, кстати, видела здесь 90. Только что видела. Вот, ничейные берем. Я сейчас возьму и просто поеду на первый остров из этих. И немножечко поубираю траву. Ну, типа заготовлю место, куда потом можно будет благополучно поставить, выращивать капусту. 55 больше нету, да? Ладно. 40. Так, все. Я вообще, когда увидела вот это вот, я подумала, что, ой, мы еще тут спускаться будем. Ничего подобного. Все хорошо. Кстати, мы здесь ничего не делаем. Нет, это просто склад. Ну ладно, никто и не настаивал, чтобы мы тут что-то делали. Это вот главное все почистить. Вот единственное, что я смущает меня, вот эти вот, скажите мне, заборчики. Если они убираются, это идеально. Если нет, то они будут мне немного мешать. В плане того, чтобы ставить здесь чего-нибудь. Ладно, разберемся. Вообще, мне надо посмотреть, сколько у меня превращенных, не превращенных. Ага, этот остров и не превращается. Ну и не надо. Имею в виду, могу ли я оставлять много островов или нет. В этом плане я не в курсе. Сейчас. Так, склад. Ага, это нет. И это нет. Жалко. Если бы можно было бы хоть что-то убрать на склад, было бы очень довольно-таки неплохо. Что прям ничего на склад нельзя убрать? Ну, я так не играю. Хотя остров достаточно большой. И сюда все равно поместится очень даже чего-нибудь много. Фишка в другом. Представляете, чтобы сюда завести что-нибудь. Это мне надо на домашний купить, поставить, взять на склад, а потом привезти. Это же целая история, там же места нет. Это в принципе, как вариант, конечно, в таких случаях можно использовать какой-нибудь другой остров. Так. Сейчас мы это и попробуем. Где там мой ковер-самолет? Лети. Ковер-самолет. Полетели мы с вами на Индиго. Там много места. Я могу там купить, поставить, а потом взять. Здесь пока весь поставлю я, ой, обыкновенные, а потом уже, если что, будет акция, купим суперы. Так, вот это сделать. Это собрать. Ха. Чтобы куда поставить, надо же сначала место нарисовать. А я могу, кстати, их покормить или как, или уже нечем. Я не помню. А нет, еще немножко можно. Но надо скоро огонь вести. В самом деле. Вот видите, вот взяла остров, поставила хороших птичек, и если вот остров такой полностью забитый у нас уже яйцами, хорошими яйцами, с каждого яйца выпадает довольно-таки прилично энергии. Плюс вот поставил вот таких вот, десятка 3-4, ну, можно и больше, и не открываешь, ждешь. Нет, не у моря погоды, а ждешь, когда включаешь функцию в два раза больше энергии, вернее, опыта. И открываешь тогда. И ай не хватает. Соответственно, о, уровень быстрее прошел. Так. Тут у меня пока три штуки, но пусть себе стоят. Мне надо, кстати, червей привезти сюда. Потому что без червей птичкам жизнь сложна. И без груши тоже. Так, ну что там долго так? Нет, вот это вот тут вот не нравится.
и не нравится. Все. Теперь все нравится. Кусочек очистили. Как раз вот можем заняться теплицами, например. Ну что? Да нет, по 50 я покупать не буду. Я подожду, когда будет что? Правильно, скидка. Пока нету скидки, берем то, что есть. Так. Сейчас десяток возьму, сразу закину. Десяток, да, это ни о чем. Но так же там еще и не расчищено на самом-то деле. И к этому ко всему сразу можно и удобрение захватить. Тоже, если что. Так. Есть. Собираем в дорогу. Так, ты себе чисть, а мы там насчет удобрений пробьем обстановку. 40 тысяч. Да, я вывозила. Ну что, мы еще купим себе хрюш. Как накормим. И будет хорошо. Так, место я освободила. Давайте смотреть, что как. Так, тут мне не нравится. Так, надо его разворачивать. Вот, смотрите. Ну, вот как будто бы всю жизнь стоял, да? Смотрим дальше. Ой. Что-то я тут немного заблудилась. Так, тут. Ну, тут как раз вот парочку так и поставим. Плохо, что эти трубы нельзя. Подождите, эти трубы раньше можно было двигать, стоять. Может, я могу их убрать? Ага. А раньше было можно. Они, в общем, вредные. Ладно, проехали. Мы с трубами справимся. А вот тут ставим вот так. И опять делаем сальто. У нас там 3 станет. Во. Очень даже ничего так станет. Угу. Развернуть. Вот, как будто бы так и стояли, правда? А вот тут, мне кажется, в длину. Нет, в ширину они не пойдут. Или только если как-то вот. Сейчас заценим. Раз. Два. Сейчас посмотрим. Развернуть. Вот. Раз. Я там 3 хотела. Ну вот что-то начала сомневаться. Из-за того, что там этот знак. Поместится или нет. Сейчас. Сейчас все посмотрим. Так. 2. Все, можно ехать за капустой. Итак, я пока больше не привозила теплиц, но надо эти же поставить. Типа работать. И сразу ускорялка. Итак, все. И сразу ускорялка. И у нас будет еще больше капусточки появляться. Ой, еще больше потом ее собирать. Не, ну собирать, конечно, тут совсем другая история. Я привезла. У меня еще один был запасной помощничек. Ну, сейчас его рано активировать, ну, потому что я ж только ставлю капусту. Она еще не выросла и не готова к сборке. Ну, а мы с вами немножко поиграли. Совсем чуть-чуть. Я думаю, что видео пора заканчивать. Всем пока-пока. Удачной игры.